Доброго времени суток. Сегодня мы находимся в городе Саратов. Здесь проходил семинар. И вот пользуюсь моментом, то есть очень много людей приехали из разных городов. И сюда приехали ребята, семейная пара, Альфия и Альберт Пердегуго. Люди уже давно занимаются сетевым бизнесом. И вот в связи с этим хотелось бы им задать несколько вопросов. Вот, потому что я думаю, что многим людям это поможет. Ребят, как давно занимаетесь сетевым бизнесом? Ну, дело в том, что мы поженились, в общем-то, 5 лет назад. А до этого я начинала уже строить сетевой бизнес с 2005 года. 2005 года, то есть уже практически 8 лет. Да, но каким образом? Вначале я, в общем-то, активно вела сам бизнес в сетевой компании, очень известной, у которой есть очень хорошая обучающая система. Но затем, в связи с тем, что у нас родился маленький ребенок, такие глобальные изменения в жизни, приобретение второй половины, как бы создание семьи, вот, притормозило, естественно, мой бизнес, и произошел такой момент, когда, естественно, это отразилось на команде. На своей. И в итоге мы стали, в общем-то, слабее и слабее вести бизнес из-за определенных вот таких вот ситуаций. Стали, можно сказать, потребителями. Но вот этот вопрос сетевого бизнеса у меня волнует всегда. Всегда будоражит мою голову. Вот. Есть еще такой момент недоделанности. То есть я вот не люблю таких вот моментов, что-то, чтобы в жизни было недоделано. Есть вот такой вот конек все-таки доделать, доработать. То есть, насколько я понимаю, после того, как ты начала заниматься сетевым бизнесом, у тебя начали улучшаться какие-то моменты в жизни, да? Конечно. С одной стороны. С другой стороны, ты не получила от бизнеса того, чего хотела. Ну да. Я имею в виду вот это вот. Да, деньги. В массовом плане я не получила. Я получила развитие. Я привела в этот бизнес мужа. Кстати, в этом бизнесе с ним мы познакомились. Я ему бизнес-план читала. То есть можно ему сказать огромнейшее спасибо? Огромнейшее спасибо. Я сетевому бизнесу скажу только огромнейшее спасибо. Что-то уже получила, да? Поехали дальше. Да. То есть, насколько я понимаю, ты все-таки начала искать дальше, да? То есть, чтобы получить то, что ты все-таки хочешь получить. Конечно. И ты нашла компанию. Я немножко расскажу, почему именно так вот я искала. Очень большая занятость, маленький ребенок, еще одна работа, очень сложная работа, я врач-акушер-гинеколог. Вот. И вот эти моменты, они мне не давали полностью свой рабочий день посвятить сетевому бизнесу. И, естественно, я искала выходы, как это можно, изменить что-то. И я начала в интернете смотреть такие бизнесы, чтобы можно было что-то делать дома. То есть поначалу я искала бизнес, ну, конечно, это очень так банально, бизнес для домохозяйки. Ну, потом декретный отпуск закончился, я так поняла, что можно найти бизнес с элементами интернета. А потом уже, когда я больше в интернете начала искать, я поняла, что нужно просто выходить на новый бизнес и на новые рельсы. Имея уже базу свою, базу теоретическую, практическую. А что дало толчок для этого? Что ты там увидел-то, что у тебя вот это раскрылось, видение, понимание? Ну, я... Интернет это вот действительно это Эльдорадо. Но это же какой-то человек или какой-то ролик, это что было? Вы знаете, когда я послала вот этот вот запрос, что мне нужен такой бизнес, то все само посыпало само собой. То есть на мою электронную почту пришло столько всяких предложений, что просто не было времени. И потом однажды мне пришло вот такое вот предложение, где было написано: вы найдите то, что вам надо, и отсейте то, что вам не надо. Просто безжалостно удаляйте вот эти вот сообщения. Я потом начала все это регламентировать, все это складывать как бы в определенные, так сказать, пакетики, помечать красными флажочками. И в итоге у меня появилось 2-3 лидера. Но я душой чувствовала, что это что-то не то. То есть мне нужен был человек, который бы подошел ко мне на ментальном уровне. Вот такого человека я искала, наставника. То есть ты уже искала компанию с точки зрения наставника? Да, с точки зрения наставника.
Мы с мужем очень долго об этом разговаривали, мы думали об этом. Прошло где-то полгода, и мы даже, как это говорится, надо сделать так, подумать и забыть, отвлечься от этой идеи. Мы отвлеклись от этой идеи. Отвлеклись, потому что мы купили новый дом, переезд, вот эти-то бытовые такие дела. И вдруг, я понимаю, что это не вдруг. Это пришло то, что мы просили. Альберт мне, это муж мой, Альберт мне как-то говорит, слушай, вот я нашел очень интересный продукт. И созвонился с человеком, это оказывается сетевой бизнес. И ты знаешь, мне как-то вот по голосу, как он мне тогда сказал, говорит, мужик понравился, такой, как-то мне кажется, он такой определенный, конкретный, давай мы с ним пообщаемся. Он мне даже говорит, да, мы сейчас быстренько там зарегистрируемся. Я говорю, нет, давай мы вначале пообщаемся. И вот я с ним поговорю, я почувствую, наш он человек, для нас он или не для нас. Ну, вот таким образом мы вышли на Вадима, мы поговорили, мы поняли, что человек для нас, мы пообщались с ним. Мы, можно сказать, вот так вот круто обалдели, неделю вообще спать не могла. Вот. Какое-то вот бешеное сердцебиение, бешеное вот это какое-то вот переворот, какое-то, да, интуитивное предчувствие. Вот. И мы решили сразу зарегистрироваться. То есть Вадим нас вообще ничего не уговаривал. Он вообще ничего такого особенного не делал. Он просто с нами поговорил, понимаете? Ну, нашли как бы родственную душу, то, что нам, наверное, надо было. То есть у нас бизнес нашелся по родственным душам, а не потому что... Я думаю, это самый крутой подход вообще к сетевому бизнесу. Это мое личное такое понимание. Вот. И все-таки отойдем немножко на другую тему. То есть был один бизнес, одна система, да, познакомились с другой системой. Какую увидели разницу? Ну, вот самая главная разница, понимаете, есть компании, у которых есть очень мощная система обучения, очень мощная система построения сетей, но люди работают на долгосрочных проектах и деньги получают в очень отдаленной перспективе. И поэтому люди, придя в такой бизнес, вкладывают очень много сил, очень много эмоций, очень много энергии для того, чтобы получить вот эти деньги. Потому что какой бы сетевой бизнес ни был, мы сюда приходим все-таки прежде всего за деньгами. А потом уже когда осознают, что здесь можно заработать не только деньги, а еще изменить себя, но для этого нужно поработать, для этого нужно обтесаться, только потом ты это получишь. А здесь в этом бизнесе действительно на начальном этапе люди уже получают деньги. И это результат, это то, зачем пришли люди. Давай так, конкретно, вот сколько вы сделали денег? За какое время? На начальном этапе? Ну, скажем так, в первом месяце мы не очень быстро работали, потому что дело в том, что я, в общем-то, раньше начала строить сетевой бизнес, и мне не хотелось бы так, чтобы этот сетевой бизнес только шел из меня. Я хочу, чтобы сетевой бизнес строили мы с мужем вместе. Да, конечно. И поэтому, естественно, я как восточная женщина, я не стала идти впереди. Я стала пускать его вперед, пусть с ошибками все. Он очень хорошо продает товар, ему это нравится. Поэтому первый месяц у нас очень хорошо пошел товарооборот. То есть мы заказались на лидерский пакет, 30 пакетов мы практически все продали. Это все делал Альберт. За месяц? Да, я даже к этому особо не касалась. Ну, у нас там немножко долго. То есть практически вы получили продукт, незнакомый для вас. Да, да? Мы его продали. Да, очень просто его освоили. Конечно, да. И в первый же месяц реализован лидерский заказ, то есть 30 пакетиков. То есть вы практически вернули деньги, те, которые вкладывали. И в кармане осталось где-то около 19-20 тысяч. То есть это сразу, это с первого же момента, потому что... Нужно быть каким-то специалистом, чтобы... Абсолютно нет. То есть продукт легкий. Продукт очень легкий. Небольшие коммуникации с людьми, но здесь даже особых коммуникаций не надо. Надо просто посмотреть один-два раза ролики, которые предложены в Ютубе. Их использовать и говорить то же самое. То есть вы первый же месяц сделали почти $700, еще даже не зная людей, не зная бизнеса, просто получив продукт
и делает то, что вы делали всегда, правильно? Конечно, да. Так, теперь следующий вопрос. Вот вы приехали сюда, сейчас познакомились с людьми, увидели результаты людей уже по бизнесу. Да, вот что вы увидели? Мы не зря сюда приехали. Во-первых, первый, конечно, конек – это обучение, потому что как сетевики мы четко понимаем, что нужно прежде всего обучиться, а это новое все. Мы в интернете вообще, у нас сын лучше в интернете разбирается, чем мы, поэтому, естественно, мы сразу сюда поехали. Но вот лично для меня с Альбертом был такой конек. На самом ли деле люди так быстро на начальном этапе зарабатывают деньги? Когда мы приехали, посмотрели, пообщались с этими людьми, мы поняли, что если зарабатывает эти деньги один человек, то ну, это как бы совпадение. Это, вот. Когда зарабатывает 2-3 человека, ну это так вот, ну, какая-то там возможность, да, небольшая. А когда эти деньги зарабатывают уже десятки людей, то это уже закономерность. Эта закономерность идет, это уже систематичность. То есть здесь это уже система. Да. Система работает. Это уже система. Что очень хорошо, вот очень мне понравилось, да, что прежде всего система продаж очень налажена, быстрая, через интернет. Вот. Здесь, на этом семинаре, мы увидели все эти фишки, как это быстро сделать, как это продать через интернет. То есть мы целиком полностью успокоили свою душу. Вот, теперь есть действительно рвение. И не просто рвение, понимаете, вот такое вот вау! А осознанное понимание, уже все разложено по полочкам, видение, как это делается. И вот у меня пришло вот такое еще состояние. Слава Богу, я теперь могу это четко все донести, разложить по полочкам. Даже я еще, человек особо не владеющий интернетом, могу уже четко объяснить людям, как вы на начальном этапе тоже продадите эти товары. То есть вы не бойтесь, это очень легко. Вот, как вы начнете строить эти структуры. То есть система вот настолько элементарно проста, оказывается, что, в общем-то, очень... Сейчас, знаете, вот приедете домой, делаю вот это, вот это и вот это по полочкам. Все понятно, да? Да, только по полочкам. И последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать людям, которые используют старые способы работы в сетевом маркетинге? Вот сейчас есть все-таки новые технологии. Это огромный, так сказать, экскаватор, который копает такими семимильными шагами. То есть все это убыстряется, нежели копать вот одной такой маленькой лопаткой, да, и долго ковырять вот это вот все, до бриллианта докапываться. Лучше, имея свои базовые знания, перевести все это на новые рельсы и очень быстро начать строить бизнес, потому что вас ждет ваша семья, вас ждет ваши дети. Не тратьте лишнее время на то, чтобы кормить другие компании. Тратьте время на себя. Можешь что-то хочешь сказать? Ну, я полностью согласен со своей супругой в плане сетевого маркетинга. Почему? Потому что сам являюсь уже, как говорится, в группе, в команде Вадима Чаркова. И полностью одобряю все позиции нашей системы. Мне это очень нравится. Помимо того, что продукт у меня хорошо выходит, и тем самым я людям даю возможность не только оберегать свой двигатель, свой автомобиль и давать, как говорится, здоровье ему, но тем самым экономить у себя в кармане, заправляться на любой заправке, не боясь заезжать там на определенные заправки через какие-то слухи, а заправляться именно там, где ты хочешь, в любом месте, в любом городе, в любом селе. Заправиться, и с чем я это связываю, с тем, что сюда приехав, я заправлялся по всей дороге и не боясь стоит ли мне там заправляться, и не заглядывая в глаза кассирши, как она на меня отреагирует, типа, ты что сюда приехал, здесь бензин плохой. Я этого не боялся, вот и заправлялся, тем самым дозированно добавляю в бак Invertaps. И из расходов на 1100 километров до Саратова, до пункта Б, с пункта А нашего города, города Кумдыка, я израсходовал 60 литров, тем самым еще у меня осталось литров 10. Ну, то есть это вообще прекрасно. У меня сам автомобиль сейчас в данный момент является Hyundai Getz.
97 лошадей. Это я езжу в среднем темпе, то есть у меня не агрессивный, не такой пассивный вариант вождения. Да, я золотая середина, я, как говорится, уже... 100 км? Да, 100-120 км, да. Самая нормальная скорость, то есть моя скорость, в момент, в котором может водитель среагировать на любые адекватные ситуации на трассе. Вот, и я очень в восторге от этого товара, потому что, по сути дела, действительно, я узнал, что этому товару сейчас нету ни конкуренции, ничего. То есть... Тем самым, я не знаю, как, ну, сказать тем самым, что я, продавая товар, еще раз вернусь к тому, что я с чего начал, я делаю добро, наверное, людям, рассказываю, показываю на своем примере, и многие сами соглашают, и берут, пользуются, я думаю, они видят. Экономию получили? Экономию, да, получили. Какой процент? 33%. У нас 33%. Вот, это в связи с тем, что автомобиль у меня вторичный. Я уже взял с пробегом более 60 тысяч. Это вообще прекрасно, думаю. То есть вы в восторге от продукта, от новой системы, да, и от тех перспектив, которые дает компания Greenfuel Global. Правильно? Конечно. Серьезно. Ну, я думаю, что-то для себя вы откроете. Да? Благодарю вас за то, что вы дали это интервью. Я думаю, что кому-то оно может помочь. Я тоже так думаю. Мы очень будем рады. Если найдутся, и я думаю, найдутся очень много людей, которые воспримут эту информацию должным образом и найдут возможность связаться с нами. Все.